Сына так считал, что мне нужно второй раз приехать в УКЕ к тому же хирургу с тем же самым. Потому что, значит, потому что в Америке есть такая герой, который даже падая в сугроб, ухитряется удариться головой о кирпич. Вот это и я. Значит, в 2006 году, в начале апреля, я на вечере творческом где-нибудь во дворце посреди Москвы на Кропоткинской улице, дома черных. Вот. Я, значит, должен был выйти на сцену, решил спуститься там немножечко вниз и понял, что была запасная лестница из-за сцены. А эта лестница была разобрана на случай ремонта. И не ограждена была дверь. И было так полутемно, я помню, что там даже на ступеньке. Я шагнул, упал с двух метров, маршевой лестницы не было, на бетонная конструкция, оперированная спина вперед. И на моем резком счастье ударился этим самым местом, оперированным по, значит, бетонную какую-то ступеньку. И общий привет. И в общем, я обязательно поехал обратно сюда. Там, сначала я валялся месяц в Москве в больнице, они там ничего понять не могли, что и как, потому что развертка МРТ не позволяла ничего видеть. У меня два осколка от диска попали в спинной мозг. В общем, боль была такая, очень, мягко говоря, нетерпимая. Да. Но потом тоже поповерил, сказал, выдал мне, вторая была операция после этой лестницы, и сказал, третий раз уже ко мне не приходите, я вас не возьму. Вот, третий раз пока не было. По этому поводу у меня вот под Кассифорией написано. «Убежала талая вода, глаз не остановишь на ровеснице, я и сам последние года почему-то падаю на лестнице. Со ступеньки нету под ногой, то на спину завалюсь в вечную, и приемную ждет меня покой, торопя меня к покою вечному. Перевала сумеречный дым, и лавиной бешеная конница вверх по склону. Шел я молодым, никогда не оступаясь, помнится. Синева пронзительный вод, и нордоста дикая мелодия. По мантинам я взбегал на грот, никогда не оступаясь, вроде бы. Снова вспоминается Тунис, Гваделупа, Касабланка, падая, нелегка, увы, дорога вниз. Надо и по ней пройти, не падая. И книжка моих последних немецких, еще какой-то. И вот, вот такой, поскольку вы, все-таки у нас сегодня Рош ха-Шана. И вот такие стихи написаны в Гамбурге. В краснокаменном гамбургском доме, где последнее время живу, где улыбчивый старый садовник постригает утрами траву и сажает в газончике розы, ежедневный верша ритуал. Я смотрю на таблички из бронзы, запечатанные в тротуар. Прожали здесь прежде евреи, их убила родная страна. Моет дождик и солнышко греет, позабыты их имена. Оглянись, торопливый прохожий, на оставленный мертвыми след. Год ведь Клеве, что года не прожил, Эльза Клеве, 12 лет. Доктор Горлин, заслуженный медик, что на третьем жевал этаже, и заставшие ныне соседи, их никто не припомнит уже. Благодетельный финал неизбежен для детей, стариков и девиц, адреса депортации те же Аушвиц, Аушвиц, Аушвиц. Обещание новой угрозы, раздавающий новый пожар, эти 9 табличек из бронзы, запечатанные в тротуарах. Мир устроен теперь по-другому, и живые живут для живых. Но когда выхожу я из дома, я всегда спотыкаюсь о них, я ступаю на них по привычке, невеселым раздумьем томим. Заблестят ли такие таблички перед домом московским? Ну, еще одно испарение, я еще раз на цикле, и потом придет песню. День Победы я встретил в Германии, той поверженной прежде стране, что позднее прошла покаяние и теперь процветает вполне. Гром салюта над площадью красную, разноцветные вспышки ракет, сколько лет все победы мы празднуем над страной, что в помине уж нет. Для чего эти праздники гордые? Мне понять это слишком хитро. Маршируют нацисты по городу, и людей убивают в метро. Не могу, старики-победители, вам поставить эту вину. Просто зря умирали родители за несчастье в нашу страну, потому что известно заранее, в целом мире, куда ни приди, что не будет нацизма в Германии. А у нас еще все впереди.
Вот. Ну и, значит, поскольку хорошо жена. Подпирая щеку рукой от житейских устав невзгод, я на снимок смотрю с тоской, а на снимке 20-й год. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Под зеленым ковром травы моя мама теперь лежит, ей защита не стал, увы, ненадежный Давидов щит. И кого из моих родных ни народом не назову, кто стареет в краях иных, кто убит лежит в рву. И кого из моих родных ни народом не назову, кто стареет в краях иных, кто убит лежит в рву. Завершая урочный век, солнце плавится за горой. 21-й тревожный век, начиная свой год второй. Выгорает седой ковыль, стороной вам круг одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Выгорает седой ковыль, стороной вам круг одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Пусть поет весенний хор, пусть минует ее слеза, и глядят на меня в упор юной мамы мои глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет.